обиды, не это же. Ребят, пожалуйста, мою камеру. На самом деле круто их задеть, если чувства заставить человека улыбнуться, если повезет посмеяться, взгрустнуть, если повезет поплакать, вот, через улыбку. И мне кажется, как мне представляется, нам представляется, у нас это вышло. Но судить вам, поэтому огромное спасибо, что пришли. Ребят, без вас ничего бы не было, вы невероятные, мы семья, братушата, спасибо. Вот, я передаю вот слово Саве, например. Я желаю всем приятного просмотра, и, как говорил один из моих персонажей, из наших общих персонажей, плезир тотали вам всем. Ребят, всем привет. Да. Я не буду долго говорить, я скажу, что была потрясающая команда, вот, как и актерская группа вся в действительности, так и та группа, которая стояла за кадром. Спасибо всем большое, это была большая работа, сильная и любимая. Мы делали это с любовью для вас. А вам приятного просмотра. Спасибо большое. А мне вот все, он нажал. Послушай, Джессика, ты не знаешь, кто тут... Боже, Мейсон, что за мужчина? Я не знаю. Это же Пабло. Эй, Пабло. Послушай. Пабло Эскобар. Пабло Эскобар. Я все несчастный детектив. Господи, это... Черт, копы здесь, валим.
Я же говорил, не жди, а иду блять. Валим отсюда. Сначала привел каких-то мужиков, а потом валим. А черт, ты права. Хорошо. Господи, ребят, я все, парни нас полили. Все, мы едем в Ла-Ла-Лей. В Ла-Ла-Лей. В Ла-Ла-Лей. Я тут вот что подумал. Если замкнуть провода, голографический проектор покажет нам преступника. Что думаешь, партнер? Я думаю, что проектор нам не покажет, мы его найдем. Мы найдем тебя без проектора. Слышишь, ты этот, как его? Джейсон. Мажор в Сочи, мы достанем тебя. Эй! Воду! Воду! Ага! Ага! Попался! Попался! Кто-то же. Хватай его, Джейсон. Сейчас. Сейчас мы не спать. Стойте! Души! Все. Ну все. На связи.